Всем привет, дорогие друзья, с вами Олег. И сегодня я буду снимать второй выпуск обзор модов на Garry's Mod. И это у нас пак оружия Half-Life 2. Первый у нас Magnum. Чем же отличается от обычного? Прицелом. Один выстрел, точнее его еще перезарядить надо. Я тут немного поубивал, и все. Его надо перезарядить, и один выстрел, и комбайн сдох. Второе, АК-47. Тоже прицел, новое оружие, и убивает долго. Третье, дробовик. Ну, с ним понятно, сблизи работать, где-то на таком расстоянии. А издалека вы ничего не добьетесь. Ни одной пули, ничего. Дальше. Это у нас УЗИ или что это? Это не обычное УЗИ, а стреляющее вот таким вот пулями. Я думаю, вы все знаете такого чувачка с длинными ногами. И он стреляет с такими же пулями. И вот он, вот этот вот автомат стреляет. И он убивает с первого выстрела. Дальше. Пистолетик. Ну, быстро убивает. И это у нас что? Это... Не помню, как это называется. Иди нафиг. Ты меня бил. Спасибо за ответ. Так, надо съесть тортиков. Тортики. Где тортики? Да найди тортики, ладно, не время искать тортики. Так, вот тортик вроде. Нет, это не тортик. Это какая-то нерабочая фигня. Такс, где я остановился? Вот здесь новое оружие. Это у нас непонятно что. Прицел. Убивает нормально, быстро. Следующее, вот такой вот прикольный прицел. И долго убивает, очень долго. Ну, и еще его вверх сильно клонит. Дальше. Это у нас пистолет. Тоже прицел. И что-то он ни хрена не убивает. Распаумим этих комбайнов и будем опять их мучить. Проверять на них оружие. Так, дальше у нас что? Вот эта вот штука. Автомат. О, снайпер. А, у него еще нет звука почему-то, когда стреляешь. Ну вот, мы убили вот этого вот комбайна. Дальше. Что-то непонятно. Спасибо. Долго убивает. А, ну он еще быстрее бьет. Убийственное оружие, если честно. И давай, взлетай. А, все, мы уже всех замочили, кроме одного. Ну вот, на нем испытаем. Это лучше не использовать. По крайней мере, мне. Потому что у меня вот лаги. Точнее, вот такая вот штука. И что за... Когда эта фигня исчезнет, у меня вот. Ладно, вот. Есть такая граната, которая улетает далеко-далеко. И попаду, не попаду. Нет. Но она слишком сильно отлетает, и все. Вот, что это за звук. Тоже прикольно, и... Так, спаунил опять этих комбайнов. Уже побольше. Хотя как побольше? Вот столько, думаю, хватит. Оружие это мы проверили теперь. Автомат. Тоже прицелом отличается. На правую кнопку мыши. Только он уже не стреляет с этими шариками. Ну, от обычной ракетницы я не знаю, чем отличается. Наверное, тем, что обычная ракетница, у нее баг такой. Ракеты можно управлять, а у этой нет. Так, перезарядка. Бля. А, мы даже не убили. Давай ему в ноги. Ну, короче, понятно.
Что это у нас, дробовик, да? Ну, понятно. На таком вот расстоянии. Граната. А, это палочка. Ну, с первого удара выносит. Фак, больно же. И последнее оружие, это снайперка. Очень косая снайперка. Очень. И... Нет. Но если издалека стрелять, то да, очень косая. Вон, давайте сейчас голову. Давай. А, мне еще перезарядиться опять же надо. Я привык, что она автоматически перезаряжается, а надо, наверное, нажимать. Ну вот, она очень косая и... Да. Опять наверх перезаряжает. Какого хрена? Ну, а так она вроде попадает. И все. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.